Начал свою работу второй форум «Легкая промышленность Ферганской долины». На протяжении недели гости могут ознакомиться с продукцией местных производителей и наладить новые связи. Подробности в материале далее. Легкая промышленность – одна из значимых отраслей экономики, предлагающая весьма широкий спектр товаров, что в свою очередь позволяет расширить и экспортный потенциал. Основу для конструктивного диалога с потенциальными партнерами заложил и данный форум представителей сферы. На церемонии открытия презентован экспортный потенциал текстильной промышленности Ферганской области. Подчеркнуто увеличение количества предприятий с участием иностранного капитала с 56 в 2019 году до 83 в 2022. В прошлом году продукция, производимая в регионе, была экспортирована в 49 стран, а в текущем уже в 57. Количество предприятий-экспортеров увеличилось со 174 до 201. И еще показательные цифры. В 2018 году объем поставок текстильной продукции за рубеж произведен на сумму 187 миллионов долларов. К концу 2022 планируется достичь отметки в 524 миллиона долларов. Данный форум – еще один пример большой заинтересованности зарубежных предпринимателей во взаимоотношениях с узбекскими коллегами. Мы продаем товары как раз в России, различные на маркетплейсах, на Валбересе, на Озоне, на Яндексе, Ламода. Больше 12 маркетплейсов, с которыми мы сотрудничаем в России. Мы видим большой потенциал, вот, но самое главное, вот нам сейчас как раз найти эти общие точки соприкосновения. Нужно найти те производства, которые могут работать именно с малым и средним бизнесом. Все очень информативно. Нам понравилось. Перспективы огромные, потенциал большой, много интересного. Хочется. Информация отличная, теперь нужно изучать далее. Среди участников – крупные импортеры из России, Беларуси, Польши, Австрии, Турции и других стран. Внимание гостей обращено и на возможности, раскрывающиеся в связи с присоединением Узбекистана к расширенной схеме всеобщей системы преференций GSP Enhancing Framework Великобритании, а также на условия для инвесторов, налоговые и таможенные льготы и преференции, созданные в свободных экономических и малых промышленных зонах. В ходе второго форума «Легкая промышленность Ферганской долины» организована выставка продукции более 60 местных производителей, B2B-переговоры и посещение крупных производственных площадок региона. Иностранные импортеры проявили интерес к предложениям ряда предприятий, и в первый же день были подписаны экспортные контракты на сумму в 1,8 миллиона долларов.